Теперь баранина, которая отходит от кости. Угу, прям отходит. Макар, у нас новая печь появилась, надо ее как-то опробовать. Мне бы сейчас на дачу баранину в печи. Ну что нам мешает? Погнали? Погнали готовить. Друзья, всем привет! Всем привет! Вы на канале... Наступили летние деньки, мы поменяли место дислокации. Сегодня мы для вас будем готовить баранину, но не простую. Баранина в печи, которая будет отходить от кости. Нам понадобится баранина, лопатка, шея и голяшки. Курдючный жир растопленный. Фольга, соль. Мы разжигаем чудо-печку. Итак, печка нагрелась. Баранину запускаем в печку. Будем обжаривать с двух сторон. Она должна у нас запечься. Температура где-то 250 градусов уже. Баранина запеклась с одной стороны сверху. Ее переворачиваем. Отправляем обратно в печь. Мы присаливаем дно. Влили курдюк. Отправляем баранину.
поместилось. Теперь все тщательно накрываем фольгой. Фольга должна быть толстая. Теперь мы вот эти края вот так вот подожмем. Чтобы у нас все хорошо прилегло. Она горячая, мак, аккуратно. Я в курсе. Температура в печи у нас 300, уже больше, там 300. Теперь отправляем обратно в печь. Итак, давайте повторим еще раз. Взяли баранину, уложили в сковородку, поместили в печь. Обжарили с двух сторон. Ну, это буквально где-то по 10 минут с каждой стороны. Далее растопили курдюк. Закрыли все фольгой и отправили опять в печь. 30 минут в печи. Теперь мы вынули, все перевернули опять. И заливаем все это дело кипятком. Чтоб мясо покрылось. Чтобы мясо все было в жидкости у нас. И отправляем в печь, теперь опять под фольгой, еще где-то на час, я думаю. Потом все это дело опять вынем и проверим. Прошел час, уже налетели комары. Да, она, конечно, уже разваливается. А, подожди, забыли мы, что сделать. Лавашек? А, лаваш, точно. О, теперь? Да. Теперь нормалек. Да. Теперь баранина, которая отходит от кости. Угу, прям отходит. Следующая пошла. Так, это шея. Вот. Разваливается. Вот это круто. Голяшка.
рекомендую всем попробовать. Оно такое прям мягкое, тает во рту. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами был канал «Погнали готовить». Всем пока!